Уважаемые друзья, показывали, как раньше, в советские времена, на ламповых приемниках с КВ-диапазоном слушали закрытый для советских граждан короткометровый диапазон. Вот. КВ-1. Вот стрелочка, обратите внимание. КВ-2. На КВ-2 уже побольше станций. Вот обратите на этот край диапазона. Здесь тихо. На КВ-2. А теперь, чтобы попасть, так скажем, в закрытый для нас диапазон, надо нажать две клавиши. КВ-1 и КВ-2. Посмотрите, что будет. Вот в этом краю диапазона, где мы ничего не слышали ни на КВ-1, ни на КВ-2. Ну видите, какую массу каналов мы, так скажем, не рекомендовано нам было слушать в советские времена.